Как мы сообщали ранее, Кубок министров физической культуры и спорта продолжается. Недоразумения возникли со второго дня соревнований. Сообщается, что в матче приняли участие команды «Промстройбанк» и «Агросугурта». В ходе матча выяснилось, что за «Агросугурта» играет незарегистрированный игрок. Сейчас уже проходят последние игры. Как вы видите, у нас была проблема. Мы предупреждали о том, что нельзя мухлевать, но нас ослушались. Одна из команд пустила на поле незарегистрированного игрока. Мы оповестили об этом все причастные инстанции, которые сами решат, как быть, так как у нас нет на это полномочий. На сегодняшний день в этом турнире сыграли 32 команды. В соревнованиях участвуют 53 организации. Две команды не смогли приехать на турнир в назначенное время. Мы об этом объявили. Все проходит чисто и без махинаций. Сегодняшняя команда победителей попадает на следующий этап. Соревнования проходят среди сотрудников, проработавших год в министерстве, организации или предприятии, но не играющих 5 лет в профессиональных футбольных клубах. По словам официальных лиц, финалисты турнира будут награждены по номинациям. Отметим, что победители в этой номинации будут рекомендоваться в профессиональные футбольные клубы Министерства физической культуры и спорта и УФА.